А ночь-то тоже проблема. Ёпта. Всем привет, я Скиф, это Don't Starve Together. Продолжаю играть за Викфрид с бескомпромиссным модом. Удалось в прошлый раз кое-как сделать вот эту вот маску. Еще раз Викфрид погибла в прошлом видео. И у нас ресалок на карте особо-то не осталось. И у меня еще проблема в чем? Дождик сейчас опять пойдет. А глазонтик я починить пока что не могу, в силу того, что отсутствуют клыки, да и в общем-то паутина. Паутины не особо много. Клыки еще где-то надо раздобыть. И это прям, блин, проблема. Поэтому надо отправляться, в общем-то, все это находить. Пауки тут есть. А вот где клыки взять? Два клыка, блин, клыки были. Но все подъели то ли лягушки, судя по всему. И это чертовски большая, опять же, проблема. Короче, у нас масса проблем, все как всегда. Надо как-то с этим бороться, что-то предпринимать. О, о, выкопалось. О, кстати, здесь вот эти растения отросли, которые, походу, особо ни на что не влияют. Ёпта! А вот где вещички-то, прикинь. А в смысле, блин? Это вот отсюда вы аж туда бегали, чтобы стырить. И они просто все тырят. Ах вы ж твари. Так, 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 интересно. То есть это оттуда они аж стырили сюда. У меня есть там, получается, парочка... Парочка этих, как там, горшочков с ядом. Надо сейчас взять их и вернуться сюда. Просто в рукопашку с ними воевать, наверное, будет весьма сомнительной затеей. В первый раз, конечно, такое вижу, что на таком удалении появилась нора. Они добежали до меня, стырили и побежали. Причем как-то недолго бежали до своей базы. Или это уже второй рейс, или что? Решительно непонятно. Давай мы как-то им подговним здесь. Так, а вы дохнуть будете от этого? Такс. Наша задача, наверное, убить сначала всех. Ю-ху! Да, простая, мать ее, задачка. Ладно, понял. О, собаки затявкали. Так, тихо-тихо-тихо, гусыня. Гусыня, помоги, спаси. О, ништяк. Так, а у меня все, шапок не осталось. А, не, на мне одна, окей. Жесть-то какая. Тварь, а. Понатырили вещей. Тварина, вернись. Так, ну все, вещи, по крайней мере, вернул. Теперь проблема с собаками. Ну как вернул, их еще унести надо. Ой-ой-ой, тут эти электротвари. Так, гусыня, гусыня, приди, помоги. Ёпта, тут спецэффекты пошли. Ой, блин, ночь. А ночь-то тоже проблема. Ёпта. Идите в жопу. Так, мне надо так, чтобы они вещи не загубили, знаете ли. Драться с ними нет вообще никакого желания, откровенно говоря. Надо как-то выживать. О, пошли спецэффекты.
О, ноу, 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 ноу. Сюда. Бежим. Сейчас тут спецэффекты зарядят. Фу. Так, и мне теперь надо материал... Жди, у меня там же должен быть ремкомплект прям. Прям должен быть. Вон он. Я смогу наконец-то починить то, что мне нужно. Аллилуйя, наконец-то я ушел, нашел украденное. Вернулся на базу, наконец-то, блин, нашел пропажу. Меня это дико радует, конечно. Сразу все стало немножечко проще. Было бы еще проще, если бы я нашел этот момент как бы раньше еще, да? Ну, как-то странно, действительно, что они супер долго бежали. Это прям как-то непонятно все сработало. Ладно, в любом случае надо больше сундуков ставить. И чекать карту на предмет этих самых крыс. Так, давай набор для шитья. Причем стопроцентный, блин. Я чуть стопроцентный набор для шитья не потерял. Это, конечно, проблема. И камушки вон драгоценные постащили. Так, ну один ключ можно сюда выложить. Да, надо больше сундуков, потому что раскладывать банально это все негде. А хотелось бы. Приходится пока что чихать. Потому что в этой маске не побегаешь. Ибо дождь, он как бы здесь весьма и весьма суров. А от весны еще 12 дней надо в целом как-то выживать. Сейчас от часу не легче. Начался лягушачий дождь. А у нас где-то там же гусыня была, которая прилетела. Эту самую гусыню можно принять в оборот. Она где-то здесь. Насколько я помню. Она более вроде как усложненная. И вообще интересно, ее смогут ушатать лягушки или нет. Либо можно вот эту гусыню в оборот принять, которая здесь рядом. Ну давай попытаемся вот эту гусыньку найти все-таки. Она никуда, я надеюсь, не ушла. Плохо, что я с собой набор для шитья не взял. Я точно не помню, где гусыня на самом деле эта здоровенная. По-моему, где-то... Во-во-во-во она. Да, у нее 7000 здоровья, у обычной поменьше. Давай посмотрим. Так, а лягушки что-то ее не хотят трогать. А почему? Надо как-то стриггерить, да? Японский бог. Так, стриггерили. А, еще чихаем на постоянной основе. Это ж проблемная проблема. Ну, лягушки имели в виду с ней воевать, судя по всему. Надо на обычную натравливать. Давайте-ка попытаемся здесь что-то намутить. О, кстати, паутинка. Паутиночка нам нужна. А, это же я кокон здесь размещал. Этот кокон, походу, в шатале. Черт. Ну да, кокон же где-то здесь ставил. Так, а на эту... На эту гусыню пойдут в атаку лягушки? Очень бы хотелось, чтобы пошли. А еще меня очень сильно напрягает, что у меня рассудка все меньше и меньше. Не, лягушки, короче, пофиксили их, походу, чтобы они не нападали на гусынь, и чтобы это не обузили. Вон, детеныши бьют, а гусыня, а не, хотя вон гусыня что-то впрягается. Но гусыню, тем не менее, почему-то не стараются бить лягушки. Черт. Я думал, сейчас побыстро размотаю за счет них. Блин, еще одна проблема. Я тут ночью пытаюсь бегаю как-то выживать. И это не то, чтобы легко и просто. Надо бы, наверное, под землю уходить. Тут еще молнии всякие сверкают. И, в общем-то, и в целом так себе тут живется на поверхности. Давай попробуем под землю забиться. Может, там как-то будет попроще пережить. Под землей тоже дождик. Ну, по крайней мере, можно пока побегать. Лампочки пособирать. Тут, по крайней мере, молнии не бьют. А у меня хп и так мало, жрать охот, конечно. Дождик бы поскорее закончился, особенно лягушачий. Потому что это трындецкая проблема. А еще проблема в том, что Вига не умеет кушать грибочки. Так бы я рассудок без особых на то проблем восполнил. А под землей других способов восполнить рассудок-то и нет. Цветы тут не растут, а грибочки мы не едим. Поэтому так себе наши дела в целом. А вот рассудок и просел, я выполз на поверхность. Ну ничего, в принципе,
Цветочки тут можно подсобрать. Главное, что лягушки больше не падают. Гусыня тут по-прежнему так и живет. Зараза такая. Тут кучу-кучу просто вот этих красных мешочков насобирать на самом деле можно. И надо покушать. По-моему, мясо вяленое мне может чем-то в этом плане помочь. Я не помню, оно уже и рассудок восстанавливает. Главное успеть добежать, да? Жаль, что грибы мы никак не присоседим к этому делу. Ну да, получается, и рассудка можно подвосполнить. И похилиться, да, на двадцашечку. Это вполне себе замечательно. О, наконец-то дождик закончился. Единственное, что придет, скорее всего, в маске бегать. Но это уже дело такое. Так, а можем ли мы тут... Можем, наверное, вот так сделать. Да, давай маску. Давай еще немножечко подъедим. Это еще больше рассудка восполнит. Гребаные крысы. Так, ну одну халупу мы крыс вычислили. По всей видимости, надо еще где-то бегать вычислять. Ибо где-то еще они тусят. Либо они где-то спавнятся вот с таким звуком. Ну, есть подозрение, что именно спавнятся, да? Придется, наверное, рейсы делать в разные стороны. Смотреть, у меня здесь вот еще не все доразведано. Надо дооткрыть. Опаньки! Откуда? Куда? Так, надо вычислить их халупу. Они просто в наглую спавнятся. Так, ну просто так их не убить, как мы уже поняли, да? Надо понять, куда это все они поволокут. Тут ничего такого нет особо важного. Но я бы хотел понять, куда они побегут. Куда вы побежите? Что вы планируете сделать? Нам надо вычислить вашу халупу. О, еще и туман. Как будто бы проблем нет. И без того. Ну, давайте аккуратненько. Ну я же там снес. Или они еще одну яму вырыли. Еще и вплавь гребут. Ну, по крайней мере, то, что в сундуках не... О, кошмары, здорово. Не надо. Можно без кошмаров. То есть они просто спавнятся в наглую на базе, а потом начинают куда-то уносить шмотки. Вот это, конечно, подстава. Это просто пипец какая подстава. Да, вот. Еще новая нора. Придется и с этой норой воевать. Но надо больше джема. А вот и еще одна нора крыс. С этой стороны. Возможно, часть награбленного они сюда стаскали. Офигеть, мне тут джем нужен в промышленных масштабах просто. Чтобы хоть как-то что-то делать. И это прям проблема. Так, давай вот ягодки заберем. Я красные грибы-то где столько наберу их вообще в целом? Надо искать места с красными грибами. Красные грибы сейчас набирать, потому что для одной этой самой порции джема надо красный гриб и горсть джема, чтобы ядовитый джем-то намутить. Поэтому где-то надо красные грибочки находить. В какой-то лесок топать. Ой, проблема на проблеме. Ну здесь могут быть красные грибы, конечно, в этой местности. Я сюда пошел так-то с целью разведки в целом, да. И вот нашел еще одно логово этих самых крыс. Хотелось бы еще красные грибочки по дороге найти, но тут какой-то Вьетнам произошел. Все, блин, пораздолблено. Поэтому ладно. А, еще одно логово. Вы офигели? Сколько здесь, мать вашу, крыс? В округе. Просто нереальное количество. Залез на ночь под землю. Интересно, какое тут ночное событие сейчас может произойти. Вряд ли что-то хорошее, что мне понравится. Но какая-то дичь тут точно сейчас произойдет, судя по всему. А залез я еще сюда с целью того, что, ну, вдруг где-то рядом красные грибы есть. Потому что на поверхности пока как-то не получается найти. А тут же бывают эти самые грибные леса. Тут рядом зелененькие грибы. Ну, кстати, могут быть и красненькие. Там кто-то летает, чё? Или это какая-то ночная подстава, кто-то ко мне летит.
Да, понял, принял. Это очень сильно ночная подстава, надо нафиг бежать. Это сверху на меня опять эта срань будет падать. Сколько, мать его, можно это делать? Мне бы красных грибочков до утра надыбать, да вылазить. Вот это было бы замечательно, но походу я не в тех краях шарохаюсь, чтобы найти эти самые красные грибы. Так, я надеюсь, я могу убежать подальше, чтобы мне по башке ничего не прилетело. Типа там в какой-то области это работает. Или плевать, они хотели на области и в целом будут мне пытаться наваливать. Ну, вроде бы я убежал, и пока никто не наваливает. Вот там вон грибочки есть какие-то, может быть, и красные найдутся. Побегал таки и подбрал грибочков. Так, джем надо, еды надо вообще сделать. Хоть какой-то. Сомнительный тефтели. Да, вот так тефтели сделаем. Лягушачьи лапки портятся, это плохо. Ну и, кстати, можно сушить вообще, вешать. Давай сюда. И надо тех сначала крыс, конечно, бить, которые меня обворовали. 6 грибов позволит сделать 6... Ёпта. 6 порций отравленного джема, по идее. И с этим можно будет уже как бы идти и воевать в целом. С крысами-то. Давай, тефтелек закинем. Ну и пока... Блин, казан один. Один казан, это, конечно, маловато будет. Так, да, тут особо льдом-то не пободяжешь. В бескомпромиссном-то моде. Ну и пора идти шатать крыс. У нас тут суровые разборки с крысами. Не заканчиваются. Это, блин, еще одна тут хатка, потом еще тут две хатки. И, по всей видимости, крысы тут пипец какие дальние вылазки умеют делать. Пока я их напрямую не бью, они меня вроде не трогают. Хватит ли 4 джема, вот вообще не факт. Ешьте, ешьте, дохните, дохните. Давайте вот так попробуем. Ну, что-то как-то... Как-то потихоньку вроде мрут. Отлично. Все ли только, да? Ну, давай костерок, наверное, поставим. Я тут пока одну крысу вижу, и пока они не расплодились, надо бы, наверное, добивать. А то уже вон вторая полезла. До свидания. Ну все, по идее, последняя, да? Иди сюда, зараза. Да вы, твари, как они быстро плодятся. Жесть. Все, минус. Блин, опять мне кучу всего натаскали. Заразы такие. Опять вернулся на базу. С одним логовым крысиным мы тут разобрались. Ну, по факту уже со вторым, да? Но они так-то плодятся на карте. И с этим надо что-то делать. Подожди. Я же камни вроде закидывал в сундук. Они и сундуков тягать умеют. Это проблема, коли так. Ну, вроде бы нет. Вроде бы не должны. Но кое-чего у меня по-прежнему просто так валяется. А тут еще как бы вот и вот хатки, да? Жесть. Надо ждать еще ягод. Еще грибы красные где-то как-то добывать. И решать эти самые крысиные проблемы. Так, клей-то мне точно пригодится в ближайшем будущем. И глазонтик 76% это вообще не то, что может меня спасти. Надо прям на фулочку его чинить. Ну и там еще что-то оставалось, надо сбегать забрать. Еще бы не помешало рыбку поймать. Дело в том, что мне бы похилиться. У меня еще не фулл хп, кстати. Надо с этим что-то сделать. Так, это рыба какая-то не особо активная. Ну, давай парочку поймаем, пока есть время и возможность, в общем-то. И да, надо какие-то инъекции замутить, чтобы фулл хп себе вернуть. Блин. А для инъекции нужно 8 гнили, 2 селитры и жало. Жало, в принципе, это не проблема найти. 8 гнили... 2 селитры. Селитра есть.
Насчет 8 гнили не очень уверен. Хотя вот тут растения гниют. И, в общем-то, скоро гниль эта самая должна будет появиться, да? Ну да, они уже практически сгнили. А вот насчет жал, как бы да. Надо где-то пчел попинать. Но опять же, не думаю, что это проблема. В целом, два крысиных гнезда удалось разорить. Это замечательно. Но весна что-то как-то внезапно оказалась гораздо более жесткой, чем я думал. Она будет. Но худо-бедно как-то пытаемся выживать дальше. А на этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.